Я объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга с супружеским поцелуем. Кто-то в арестантской робе, кто-то при полном параде. Знаковый день в исправительной колонии Барнаула. Обручальные кольца на пальцы любимым надевают осужденные. На такой шаг новобрачные идут осознанно. Так у Алены и Владимира желание пожениться было еще на воле. Я его год уже жду, как бы, ну, получилось так. Ну, как бы это же не приговор, да, там, чтобы от человека отказываться. Как говорится, там, один раз и на всю жизнь, вы так считаете? Да. Да, все, никуда не денется, все. Капец. Ну, отсюда точно никто не сидит, да? А оттуда тоже он придет, что вышел, что не вышел, не поймут. Свидетельство о браке молодожена вручила сотрудница барнаульского ЗАГСа. Она отметила, чем отличается регистрация в колонии от регистрации на воле. Я думаю, отличается, конечно, помещением. А в основном здесь собрались мы как раз для того, чтобы зарегистрировать любящих людей. Без музыкального сопровождения регистрация не обошлась. Осужденные из творческого кружка организовали небольшой, но душевный концерт для молодых. Сотрудники колонии отмечают, что регистрация брака несет социально важную функцию. Осужденный осознает уже свою ответственность, он создал семью. Здесь уже в исправительном учреждении он не будет допускать нарушений. В прошлом году в алтайских колониях узами брака связали себя больше 350 осужденных. Кто знает, может быть, в этом году любящих сердец, пусть и на расстоянии, станет в разы больше. А что касается Владимира и Алены, то жить полноценной семейной жизнью они будут уже через 2,5 года, когда Владимир из мест лишения свободы вернется домой. Валентина Аскерова, «День с толком».